Друзья, всем салам алейкум. Приветствую на канале. Как и обещал, возможно, кто-то догадался, где я сейчас нахожусь. Южный Дагестан, Сулеймансарский район. Перед этим я записывал видео, я вам обещал, что обязательно вернусь в этот Гранд Каньон, который находится на юге Дагестана. Сейчас мы едем, направляемся туда. Подъедем с очень такой конкретной высоты. Покажу вам, как это выглядит, это место. В общем, друзья, то, что обещал, за мной. Поехали. Вот он, друзья, тот самый каньон. Но пока мы его видим с большого расстояния. Он сейчас на данный момент от нас находится очень далеко. Мы потихоньку вот так вот пытаемся доехать до него такими небольшими остановками. Потому что подъем, несмотря даже на асфальт, кислорода не хватает. Машина с трудом добирается сюда. Такие места, друзья. Друзья, село Кахсук остается внизу, а здесь начинается Курахский район. Друзья, съехали с трассы. Вот, двигаемся в сторону каньона. Вот такие прекрасные здесь луга. Лошади едят траву. Все, друзья, здесь я встретился с забором, который не дал мне дальше проехать. Вот, поэтому пришлось оставить машину здесь. Вот такие прекрасные лошади там гуляют, едят траву. Вот, друзья. Ну, а мне предстоит вот здесь вот пройти дальше пешком. Взял с собой навигатор, GPS. На вот высота над уровнем моря показывает 893 метра. Ну, я его взял, чтобы посмотреть там на каньоне, точку отметить. Вот так, друзья, иду. Потихонечку двигаюсь. Камеру обязательно же взял с собой. Вот такие вот цветы распущены на деревьях. Места просто отличные, друзья. Такая тишина, пение птиц. Особенно, когда видишь вдали лошадей. Я свои обещания сдерживаю, друзья, поэтому я специально ради этого вернулся, так как обещал вам в тот раз, когда я записывал видео каньона с дороги. Я тогда сказал, что чуть-чуть позеленеет, и что я обязательно вернусь и сделаю для вас отдельный выпуск про этот каньон, как туда добираться. Вот. Поэтому я сюда вернулся. Все, машины даже не видно уже моей. Она осталась там вдали, за деревьями. Вот, я отошел. Уже расстояние как на 500-600 метров. Вот сейчас иду вот по этой старой дороге. Осталось совсем чуть-чуть, друзья. Скоро дойду. А сам каньон, чтобы вы понимали, находится вот так вот. Вот на той стороне. Вот за этой горой.
Вот, а машина стоит вон там, получается, я оттуда вот пришел сюда, по этой же дороге вот так. Вот, а сам каньон, а ущелье, вот оно проходит вот так вот. Ну, я решил, я не стал подниматься через этот подъем. Вот, тем более я после рыбалки, уставший. Вот, поэтому я вот так вот решил по дороге вот так подняться, пройтись заодно, прогуляться. А вот здесь вот растет, друзья, вот смотрите, вся полоса вот этих вот деревьев идет. Это лесной орех. Фундук, только вот он такой немножко плосковатого вида, плосковатой формы. Это лесной орех здесь растет. Вот теперь осталось подняться в этот подъем. И буквально метров 100, наверное, 200 осталось для того, чтобы увидеть эти грандиозные виды. Одуванчик растет. Цветы вот такие горные. Полевые цветы. Тут у нас растет одуванчик. Поднимаюсь выше и выше, друзья. И вот здесь вот открывается все больше и больше красивых видов. Например, как вот этот. Отсюда прям очень хорошо видно. Гора Шалбуздаг. Снежные вершины. Вот они. Вот буквально, как я понимаю, что я уже иду вдоль обрыва каньона. Ну вот здесь вот, пока дорога ведет меня туда, дойду дальше по этой же дороге. А там уже посмотрю более безопасные. Аккуратное место найду оттуда, чтобы глянуть вниз в пропасть. А то здесь кто знает, что там за этим обрывом. Вот они, эти виды, которые я говорил. Все, друзья, здесь не буду сильно останавливаться. Это уже будет долго. Пока светло, надо добраться до края каньона, чтобы успеть показать вам. Ну что, друзья, кажется, мы добрались до нужного места. Если вы действительно хотите увидеть эту бомбическую красоту каньона в Южном Дагестане, то погнали, друзья. Я даже близко подойти боюсь тут. Тут такая глубина, друзья. А внизу течет вот речка. Шум воды. Это просто потрясающее место, друзья. Не могу просто описать. А еще помимо этого, если вот так вот повернуться в эту сторону, Шалбуздаг рукой подать.
Вот такой вот, друзья, каньон. Это нужно увидеть глазами, а не через телефон, не через телевизор. Это нужно действительно увидеть глазами. Давайте немножко пройдемся. Я вам сейчас подробно покажу. Вот тут вот саженцы даже. Кто-то посадил саженец. Очень опасное место, друзья. Нужно крайне осторожно здесь проходить, потому что вот край, я даже не вижу, что там внизу. Упадет это место, не упадет. Вот, так что нужно быть крайне аккуратно. Вот. И вот так вот я сейчас вам покажу речку, которая течет внизу. А это дерево, друзья, прямо на краю аккуратно так выросло здесь. Давайте взглянем. А это, друзья, получается нижняя сторона каньона, куда, в каком направлении течет река. Сейчас я вот сюда в сторону отойду. Вот он, друзья, обещанный мною Гранд Каньон на Южном Дагестане. А внизу, друзья, течет река Курахчай. Сейчас, правда, мало воды. Ну, постепенно, ближе к лету, будет объем воды будет увеличиваться. И можно будет ловить усача, горного речного усача. Очень вкусная рыба. Слишком к краю я даже не буду подходить. А вот на той стороне тоже из села поднимается вот так вот дорога. Эту красоту, друзья, глазами нужно увидеть. Это просто так не описать и не передать. Никакой даже объектив, никакая камера не передаст вот эту вот красоту. Это надо увидеть, приехать сюда и смотреть своими глазами. Интересно, вот так вот глыба целая, скала торчит из горы. Рано или поздно грохнется оттуда вниз и образуется какое-нибудь маленькое озеро, типа дамбы.
Ну что, друзья, добрался до этого каньона, который обещал в тот раз вам. В тот раз я записывал видео вон с той самой дороги, издали отсюда плохо даже видно. А сейчас я приехал на место, друзья, для того, чтобы показать вам это место поближе, так как я вам тогда и это место обещал. Ну а теперь, друзья, я покидаю это место, потому что впереди у меня еще запланированные места. Поэтому, друзья, я с вами сейчас прощаюсь. Увидимся в следующем видео обязательно. До скорых встреч. Всем салам алейкум. Удачи.